Прошлогодняя листва, ветки и все, что после себя нередко оставляют сами горожане, оказывается в мусорных мешках. В ходе только одного дня уборки их собрали больше 100 тысяч. На улицы Барнаула вышли многие организации и предприятия, студенты и школьники, общественники и все, радеющие за чистоту и порядок. Я бы хотел сегодня сказать огромные слова благодарности горожанам. Без малого 80 тысяч горожан приняли сегодня участие в самом месячнике санитарной очистки, а сегодня, по предварительным цифрам, это порядка 36 тысяч горожан приняло участие. Бесплатно работает полигон, более 300 единиц техники сегодня работает для того, чтобы нам привести город в порядок. В рамках общегородского субботника на мемориале высадили десяток елей. Всего же в рамках международной акции «Сад памяти» 27 миллионов деревьев и кустарников, а это яблони, рябины, сирень и другие. 27 миллионов. Столько же солдат во время Великой Отечественной войны не вернулись домой. Посвящена она, конечно, нашей памяти, сохранению памяти о Великой Отечественной войне, от наших родных, близких, предках, которые не щадили себя в это время. Самое главное – память. Это память, которая останется надолго. А как продлить нашу память? Сделать так, чтобы помнили самые маленькие – молодежь. И я хочу отметить активное участие молодежи города Барнаула в этой акции. А в субботнике участвовало почти 50 тысяч барнаульцев. Основной фронт работ был на улицах города, в скверах Победы, Пушкина, Химиков, на площадях Свободы, Народной, а также в Центральном парке культуры и отдыха. В городе стало заметно чище. Осталось эту чистоту сохранить. Ведь, как сказал Антон Павлович Чехов, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, «День с толком».